мы еще 3 миссии точно проходить. А ты как вообще в Deep Rock часто играешь? Я... да нет, другом просто играю понемногу. Понял, понял. Угу. Ну вот, давайте вместе играть. Сейчас, как тогда надо было сказать сейчас? Уважаемые товарищи, мы начинаем наш рейс Хокстон космическая станция. Космическая станция Хокстон 4. Спасательная операция «Подножье бесконечности». Всем приятного полета и полетели. Ну как-то так. Что-то было понятно? Так, сразу, если что, я... Да, все понятно. Я Хикс, это Дред говорил, и с нами еще князь играет. Я вас запомнил по голосам. Тебя Дарком, да, звать, если что? Да, можно так, да. Понял, все отлично. Мы тут просто немножко стримим и записываем, если что. Да, я понимаю, я уже слышу по вашим голосам веселым. Веселым. Немножко стримим, да. Мы веселые, потому что нам больно. Нам больно от того, что мы долго не могли пройти первое поручение. Да, это было как-то так. Жестко. Да. Так. О, у нас наконец-то появился свой барильчик. Отлично. Where is the damn Molly? Где детонатор? О, здесь большое золото. Копление золота. Надо было... Жаль, не было этих... А я что-то пропустил. Горшочков. О, мы золото. Мы богаты. Ого, я попал. Прям взрывателя. Или это ты там убил его, наверное, да? Просто так совпало. Я его не трогал вообще. Ты сам его убил. Ой, матерь божья, матерь божья, помогите. Madre de Dios. Ну и тетракоптеры ломаются, когда меня нокаутируют. А ты уже это самое? Я уже сдох. Нокаутировался? Да. Я неожиданно много врагов встретил. Где там, кто там? А, ёб твою мать, не успел, ботинок. Ну, хватал за первого, второго. Нету, бляха-муха. А все убили, да? Ну вот. Да, да я что-то забыл, я железную же волю поставил вместо ботинков себе. И не успел. Тороплю, отвлек. А, вот он еще идет. Что происходит, блять? Тут просто несколько их. Я просто начал стрелять, отстрелюсь, убил, там же погубил сам, а тут еще больше стал. Тут хиллер, да, еще ползает, тварь. Какой хиллер? Ну, жук хиллер. Который фиолетовый, он не хилит, он усиляет их. Я ему хилит. А, вот это вот дрянь, точно. А, сверху, сверху, стиля. Сверху. Дарк, сверху прямо над тобой. В смысле, князь, короче, блин, сверху. Внезапно вылезла. Помогите, тут, тут... Да, тут... Блядь, тут странные сопли, блядь. Тут всегда заебывают. Надо как-то воскресить весь народ, а то что-то... Да. Руков опять до хрена, я ненавижу пятый уровень сложности, зачем вы в нем играете? Самый веселый уровень сложности, я считаю. Мы же дворфы, мы должны играть на максимальной сложности и собирать все. Что там у нас такое? А вот я полетаю, а ты пока пробуй. А, нет.
А вот это говно убить, слышишь? Улей глифидов, вот дура херня, которая спавнит. Дерьмище всякое. Блять, что взрывается у меня под ногами, блять? Просто иду, у меня что-то взрывается, что-то хавается, и никого не вижу. Что происходит? Что происходит? Непонятно, да? И не говори. Да ёб твою мать! Хорош, Хикс, это было. Это было красиво, я согласен. Так, что там у нас? Я хотел подорвать жуков, а подорвал свет, потому что некуда было отступать. Давай. А где кто-нибудь? Я в самом низу. А вот тут. А, что? Все, ты жив. Я лег на твое место. Так, давай я поднимаюсь. Хорош. Тебя поднимаю, и тут сахарочек есть. Я его сразу же беру, и нормально мне. Давай я дальше бегу. Ты что за херня такая? Это колобочек. Ладно. Я отвлек, по крайней мере. Давай. Отлично. Ну, хорошо. Неплохо. Тимбилдинг прошел успешно. Так, мне надо отделаться от привычки, что у меня есть ботинки. Да. Потому что у тебя их нет? Да. Я поменял на железную волю, да, и мне все время инстинкт срабатывает, что я же могу ботинки включить, если падаю. А где наш тип, где наш тип, где ты бежишь? Дружище, железные ботинки юзал, как я считаю, они наоборот тебя больше подставляют, чем поставят. А, теперь у тебя резаны, всё. Кто? Ай, бля, ещё. Умри, падла! Бежи там на меня. Ай, что-то у меня тут совсем с патронами никак. Это приятно. А что меня убило, подскажите? Опять я пистолет не поменял. Хикс, живи, ты последний. Давай, ты можешь. Вон рядом с тобой. Поднять, а зачем скипнул? Там рядом грибок, он такой сволочный. Есть. Отлично. Давайте уже найдем станцию и там саплай закажем. А что надо сделать? А, здесь тройник. Для начала нужно маленьких мульчиков найти и потом станцию найти. То есть здесь я кое-что нашел, прикол какой-то. Сейчас. А наверху есть, вон там. К этой штуке надо подъехать. А, и там будет все, что мы любим. Разведчик, где свет? Вот. Что-то ничего не поменялось. А нужна такая вторая еще. Нужно больше света. Нет, я не про свет, я про капсулу. Так, что за херня? Что за шум? А драки нету? А где моли? Тут нитры куча. Там, по-моему, кто-то пробирается, да. Не совсем пробирается, но... Планирует расхерачить полкарты. Ай, блин, не люблю эти. Так, я нашел жадеид. Зелененький огуречек. Нужен грузовой ящик, еще одна капсула грузовой ящик. Кто-нибудь видит грузовую капсулу ящик? Так, вижу еще одну пещеру. Я нашел. Капсулу? Да. Неси наверх. Да не, не капсулу, я нашел десантную капсулу. А, или херня. Ага. Не батарейку. Так, мне патроны. Where is the damn Molly, а? Вот она.
Так, ну я одну моли собрал сейчас. Так, на два набора ресуплай у нас есть. А вон еще, кстати, нитро. Сейчас нам еще немного подбавится. Ай-яй-яй, меня закусали. Понял, понял, сейчас приду. Очень много мелкошей. Очень много. Да, у меня оружие, которое осталось, совсем не про него. Так, а ты как туда попал? Снизу откуда-то, что ли? Да-да-да. Просто если капсуле пройдешь, увидишь меня. Будь здоров. Возорди меня, я всех спалю, будь здоров. Я не знаю, куда иду, но я куда-то иду. А, нет, я обратно пошел в сопли, фу. Все по плану. Не по плану, там был что этот. Плюющийся. Я не думал, что там есть. У нас был план, и мы его придерживались, да? Ну типа. Один не понимаю, как вы туда прошли. Там с полу снизу, сверху, где-то, короче, спуск такой хитро выкрученный. Ну вот видишь, там где-то десантная капсула. Вот. Нажми Ctrl, увидишь. И иди к ней буквально. Там можно как сверху, так и снизу попасть. Я не вижу десантные капсулы. Слева от тебя было. Ну ты же вращаешься вот буквально назад, не туда, назад, куда иди. Надо. Назад иди, блядь. Ровно назад. Вот, вот, теперь налево. На нее, да, 20 метров тебе до нее, 20 метров до нее тебе. Да-да-да. Вот прямо иди. Иди. Нет. Нет, стой, стой, блин. Раньше. Отвернись назад. Назад. Блядь, назад это где? Блядь, Сусанин чисто. Направо. Найти дорогу не может. Не туда, не, да. Нижнюю, что ли? Да? Вот прямо теперь иди. Видишь текст, короче, у меня, когда я кричу? Да. Во-во-во, все, ты вышел правильно. Бахай. Ты уж извините, но я тут чувствую, что я сдохну, если у меня не будет патронов. Да надо бы сейчас уже заказать, да. Да у меня там пробурина, ты мог бы пройти. Осторожно, не умри от газа. Хотя у тебя полно хп. Сука. Какие вы бесполезные стали. Нифига, у меня туннели вообще не использовались, прикиньте. А где дроидики? Ой, лап нашел. А где сами дроиды? Ну, вот здесь вот был. Я его починил. А еще здесь? Я заказал ресуплай рядом со станцией. А есть что-нибудь еще? Где старый жук маленький? Вот надо его искать по бибам. Ну нет. Ну откуда вы теперь? Я не хочу с вами играть. Все. Ценно. Ой, бля. Все, мульчиков починили. Так, господа, спрашиваю вас, мы будем бункер делать? Можно. Обещаю, бункер хороший будет. Да смотри, хорошо. Блин, сделай просто один уровень этого углубления в стену. Не, в стену, стена будет плохим. Да нормально. Ой, как же их тут много, подожди. Просто с бункером иногда может быть такая херня, что ты закопаешься куда-нибудь в какую-нибудь херню, а потом... Покружной будет намного лучше, чем здесь, потому что здесь очень мало места будет, так, даже несмотря на то, что он близко к стене. Пускай он... у нас же есть инженер, у нас есть бурильщик. Инженер пускай делает эти самые... крышу. Я и говорю про прогружной. Ляха-муха, это что было? Ну, извини. Бабахнули тебя. Точно. Взрыватель, что ли, подключил? Обоих бабахнули. Да, я подошел как раз поднять, не успел чутка. Там втроем? А я вдвоем. Так, у меня есть один апокацвет, ребята. Если у вас есть, то считай, мы собрали. У меня тоже один есть. У меня тоже ну один. Все, отлично, мы, значит, собрали. Да, вот здесь еще вот Red Sugar. Эту хрень надо починить. Где-то она там пищала.
А вот он пищит. Нашел. Представь центр управления. Нет, пока не надо. Если мы еще ищем ресурсы, то лучше Молли за нами побегает. А то когда мы ее вызовем, она просто пойдет в капсулу. Кто-то хочет ящик? Конечно, хотим ящик. Убирайся. Освещение. Так, где ресурсная капсула? Красивый. Так, а как добраться? Давай, ё-мать. Пошли вы нахер, жуки сраные, блядь. Сейчас подниму. Просто не могу. Я только начинаю что-то искать, что-то делать. Жуки, привет, Андрей. Где этот ящик сраный был? Вон. Я просто нашмалял, блин. Просто собирай. Просто лезь и наверх. Со всех точек. Все дороги ведут к ящику, да? Да. Да все, погнали строить эту залупу и поехали. Сейчас она ресурсами постреляется. Плюется? Да. Идите, берите скинчик. Конфетти пушка. А, новое победное движение. Победное движение на разведчике. Я ж так будешь часто играю на разведчике. Ну и что, рано или поздно будешь. Да. Так, что у нас? Возьмите сапплай, который далеко от базы. Типа вот этот вот? Да, да, который стрелок вызвал, когда умирал. Да, так получилось. Все, давай строим бункер. Это лучше, чем сдохнуть. Забурил да еще. Ресурсы надо сложить. Так, еще один есть, что есть. Пам. Так, я пока не освещаю, у меня патронов осветительных мало, основных полно, поэтому брать не хочу. Пока опасности нет, можно и не бояться. Да. Лучше уйти отсюда. Так, а где это? Блямба вот это, которую чинить надо. Она ушла с нами на дно. Ну смотрите, придет детонатор и ебанет нас всех в одной братской могиле. Будет. Не, все не придет, в любом случае, мы сейчас еще верзем бригадиром. Идите сюда, да. Я предпочитаю, когда есть возможность хотя бы сбежать немножко. У нас есть бурильщик, он еще да мы... ничего страшного, говорю, мы сбежим, если надо будет. А, надо Молли вызвать, ребят. Да. Не, зачем? Они теперь пролезут через эту дырку к нам. Это обязательно нужно, иначе когда мы вылезем, мы все просто сдохнем. Там будет просто миллиард жуков. А так они будут лезть понемножечку, и мы их будем убивать легко. Не переживай. Все, я вызываю, правильно? Ну мы все здесь, мы все готовы. По мне так проще было сделать вот это вот. Здесь вот крышу понаставить, а здесь вот прокопать вот этот вглубь, то что ты сделал. Я такое не очень люблю просто. Ну так, по крайней мере, у тебя свобода выбегает. Это еще смотря от билдов. Ну все, пойдем. Ладно, давайте. Возьмите сапплай оставшиеся. Ныряйте вниз, кто там? Ну, ныряйте. Ай, блять, меня закопали. Все. Сука. Я пошел через его дырку зайду. Иди сюда, проверяй на дырке. Давай зашибись. Если ты ошибся, то мы все тут погибнем, реально. На всякий случай, да, бахни. Видели. Ну все. Напускаем. Как говорится, одна ошибка и ты ошибся, да? Ну если что, это не моя ошибка. There is no I in the team. Полечи до хрена!
Что-то мне кажется... Не бросай, не бросай сюда. Могите достроить турель, еще одну. Сейчас турели нам помогут. Так, да я сам сейчас как турель, блин. Вообще не понимаю, что происходит. Просто... У меня турель даже не успевает видеть их. Тут же ждем, пока упадет топливная капсула. Топливную капсулу также будем взрывать? Да мы просто к ней подкопаемся. Вот здесь мы закопаемся, типа. Не стой на пути пулемета. Инженер платформы свои закопает, короче. Они сюда не пройдут. А мы будем другой стороны. Да это тебе всего лишь две штучки, наверное, понадобится. Три. Бахайте этого Вардена. Перегрелся наконец. Так, оно будет рядом. Но придется. Умей! Меня что? Колобок. Меня колобок убивает. Да он сейчас горит. Okay. Вот топливная капсула довольно близко. Ой. Подключите сначала, а потом только будем копаться. Блин, я не успел свалить обратно в бункер наш. Я в бункер, пока. Это было хорошо. Я сам себе бункер. Тут как-то сложно, тут другая местность, тут надо еще глубже копать. Ничего страшного. Сейчас ты его прокопаешь, а оно не на том уровне. Да. Поэтому я просто буду копаться дальше. Да. Все подсоединили? Да. Все, я ему руль сверху. Нет, подожди. Я оцениваю, насколько мы глубоко. Как глубоко, тролличья нора. Через какую? Не советую сюда прыгать пока. Так, а можно мне какую-нибудь левую платформочку, чтобы я... Ладно, я сделаю вот так вот. Теперь заходите. Ту штуку заделываю, где мы до этого были. Да там мы все равно не будем, поэтому нет смысла. Они туда и не пойдут. Понял. Сюда, теперь. Так, вы хоть подзарядились-то? Yes. Нет. Мы сейчас вызовем сюда supply. Нужно будет еще одну дыру заделать. Ладно, нормально. Такие. Вот я сейчас придется заделать ее. Так что на турелях боезапас вообще как-то не кончается. Потому что они не стреляют, стреляют мы. Стреляют мы. Ну, ошибся чуть. Я мы стрелять. Только подкопаешь под меня, не копай под меня. Нормально. Так, соплайщик прилетел. Ставь сюда. Платформочку. Куда? Ну вот здесь вот, там где supply упал. Там дырка огромная. Wow. Вот, видишь? Прилетели, да. Жалко, ты это не заранее сказал. О, прекрасно. О, полезли как, а? Короче, я пока подготавливаю топливную линию. Что за место, как куда не вылезли? А, это? Ну все. Надо было чуть площадь делать. Мы готовы. Чтобы можно было стрелять. Yeah. Чтобы было лучше видеть. Побольше площадь чего? Площадь, я думаю. Горизонтальная. Нет, дружище, здесь нельзя. Нет, у меня здесь, видишь, дырочка, чтобы я сидел и палил огнем, а не вас. Давай. Просто обострели вас куда-то.
Ну, короче, работайте, брать, я постою. Я один справлюсь, если что. Не беспокойтесь. Пойду похавайте. Ох уж эти чудеса фортификации. Главное сейчас не профукать момент, когда она запустится, и нам нужно будет уходить. А где Дред? Я в трупах. Все одно на меня валится. Так, стоп. Ой. А почему трое? А, вот почему. Тут еще что, конкуренты приехали, что ли? Нет, 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 это от инженера. Да. Новейшая инженерная разработка. Я там какой-то крошит. Сейчас там сверху конкуренты нам кидают просто гранаты сюда. Да-да-да. А все, десантная капсула через минус запустится. Сидим здесь? Да, пока она запускается, мы здесь сидим. Нам там делать нечего. А где вы все? А, все, здесь. Мы еще не уходили никуда. Я просто смотрю, никого нет, думаю, никогда себе. Просто просрал момент, когда надо было уходить. Вы дроны-то летают где-нибудь? Что? Мои дроны. Ну, я запустил тут гранаты. Да-да-да, я видел, летали. Ну вот, через 30 секунд выступаю. Кстати, да, можно свет кидать, чтобы светло было, прикиньте. Угу. Ну, типа. Чтобы светло, нужен свет, да. Правильно. Мне кажется, как-то нечестно вот так в яме сидеть. Нифига себе нечестно, нас четверо, а их сотни. Нормально, нормально. Неспортивно, да? Ну а что поделать, если мы умнее? Ну все, теперь надо выкапываться. Поехали. Или новую выкапываться. Она через 5 секунд отбывает, а что так мало? Минута дается. Ой-ой-ой. Я могу убить вообще? Нормально, вышли. Ну хорошо пошел, хорошо. Да, да. Пару миссий и поручений выполнено, да? Да, да, да. Что, дорогие товарищи, как там было сейчас? Уважаемые товарищи, спасибо за просмотр, лайки, подписки, шары, вам приятно, нам полезно. Следующая остановка. Каким рыбам? Космическая станция. Что? Ты говоришь, что там подписывайтесь, что за рыбом. Говорит помощник капитана, следующая станция Deep Cook Galactic. Глубокий член. Будучи на космической станции, обязательно заходите по подписке, там есть ссылки на Discord-каналы, кооператив дружбы, Common Russian Fleet и прочие соцсети, обязательно подписывайтесь и увидимся в этой или другой игре. Ну а мы продолжаем.